PokerBet. Обирай свій спорт. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. 13 січня, субота. Традиційне зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Бажаю всім здоров'я. Почнемо з того, що відбувається на Росії. Окрім того, що вони там в Підмосков'ї і в Москві замерзають, їм ще й гаряче. Тому що, пане Романе, одна з наймасштабніших пожеж, можливо, наймасштабніша пожежа за всю повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в Петербурзі. Їхні склади на 70 тисяч квадратних метрів загорілися. Хорошо горит, раз зимой, значит, кто-то решил погреться. Неважно кто, либо это наша разведгруппа ДРГ, либо это местные партизаны, либо просто местные бомжи, которым холодно на улице, решили погреться. Но, тем не менее, возгорание довольно-таки серьезное. Сказать, что это военный объект, вряд ли военный объект. Но вот такое недовольство может быть уже сейчас внутри России, выливаться в том числе и в поджоги гражданских объектов. Ну, раз хорошо горит, я думаю, полностью прогорит, и там что-то, кто-то что-то новое отстроит. Скорее всего, это будет эта волна вот такого недовольства, выражение такого недовольства, она будет нарастать в России. Там есть чему гореть, начиная от складов и заканчивая торфяниками по весне, по лету, как просохнет. Потому я так думаю, в России осталось недолго. Я думаю, лет за 10 она вот так вот выгорит. Ну, хотелось бы, чтобы она так выгорела, по крайней мере. И мы забыли за существование этой Российской Федерации. Развалится она на национальные кластеры, и мы забудем за эту проблему с Востока. Ну, власне, це в Петербурзі горіло, а ми також показували фотографію, що в Росії Сбербанк горів, і їхня нова будова, отаке ранкове задимлення теж добре, хтось знову десь курив не там, де треба. Пане Романе, якщо говорити по ракетній атаці Росії з 12 на 13 січня під ранок, от за статистикою збили 7 крилатих ракет, але Юрій Ігнат, речник повітряних сил, каже, що летіло понад 30 і десь 20 ракет невідомо де поділись. 4 десятка аэроцелей было практически все от шахедов до баллистики, до кинжалов. Х-59, Х-31, Искандеры, кинжалы, Х-101, 555. Половина шло на военные объекты. Военные объекты прикрыты не только ПВО, прикрыты еще и системами радиоэлектронной борьбы. Мощная РЭП, которая уводит часть ракет, их нет смысла на них тратить противоракету из системы противовоздушной обороны. Ее просто уводят от цели, и она падает в поле. Удары, допустим, по аэродромам, которые пытаются сейчас россияне наносить, это вот в основном они прикрыты в том числе и РЭБом, а если она падает в поле, то ее сбивать будет зачем? То есть, по большому счету, из выпущенных, это средняя атака, вернее, атака средней интенсивности, 4 десятка аэроцелей, 8 было сбито, 7 Х-101, 1 Х-59, 20 ракет было уведено от цели, то есть общее количество 28 ракет, вернее 28 аэроцелей из 40, тоже неплохой показатель, по крайней мере, даже при работе средней интенсивности. Это самый оптимальный вариант для россиян, они это прекрасно понимают, то есть работа несколькими десятками ракет. Большая атака, больше сотни ракет, серьезная. Она, во-первых, дольше готовится, больше месяца, потому вряд ли они так часто ее будут повторять. А вот такие атаки средней интенсивности до 3-4 десятков, ее можно подготовить, в принципе, за неделю. 5-7 дней, ну вот примерно за неделю идет подготовка. И такая, с такой интенсивностью они могут, в принципе, всю, весь зимний период выдерживать такой интенсивности атаки. Они тратят где-то месячный, может быть, полуторамесячный запас ракет. Скорее всего, работа, это сейчас называется работа с колес. Вот в таких атаках, допустим, крылатых ракет используется 2 десятка, ну, примерно там 1-2 десятка, они их производят до сотни. То есть, по большому счету, сколько производят, столько и могут использовать. Раз в 5-7 дней, ну, в среднем раз в неделю вот такая атака будет, мы прекрасно понимаем, то есть прогнозируем эти атаки, их можно даже по времени спрогнозировать примерно через сколько следующую ждать. В таком режиме, причем в таком режиме уничтожения крылатых целей, удержим мы
наше воздушное пространство. Единственное, что надо однозначно увеличивать, то есть плотность ПВО увеличивать за счет увеличения количества зенитно-ракетных комплексов. Потому что даже 28 сбитых целей при 40, ну, можно дотянуть до 90-95%, чтобы сбивать хотя бы 35-37 целей. То есть где-то в таком режиме тогда можно будет говорить о том, что мы закрыли небо, ну, по максимальному, с максимальной возможностью. 100%, конечно, закрыть ни одна система не может. Пане Романе, і по ранку сьогоднішньому є прильоти потужні в тил ворога. Про що я кажу? Бердянське, південний напрямок. Кажуть наступне, що пролунало кілька вибухів в районі Бердянська. Ось бачимо дим. Кажуть, що це Приморська площа. І також заявляють, що є влучання в якусь дислокацію і позиції ворога. Последнее время практически каждые сутки идут удары наших ракетчиков по сухопутному коридору российскому. Это Мариуполь, это Мелитополь, это Бердянск. То есть та дорога, которую россияне сейчас отстроили вдоль Азовского побережья с Ростова, Ростов, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Вот она, мы ее берем под оперативный контроль, так называемый. Дальние средства поражения, у нас их немного. Достать это могут только либо атакамсы 100-мильные, не меньше, ракеты М-39, либо наши Нептуны, которые сейчас, Альха может туда достать. Нептун, Альха, в зависимости, то есть от дальности. Естественно, как только есть цель, есть подтверждение, дальше идет некоторая корректировка и поражение цели уже с подтверждением поражения. Вот эти вопросы, естественно, надо решать постоянно. Но для этого, опять же, надо достаточное количество средств поражения. То есть нужны атакамсы, нужна в достаточном количестве та же Альха и тот же Нептун. Далі рухаємось по фронту. Повідомлення з лівого берега. От британська розвідка, аналітики з видання Bild кажуть, що Кринки – це стало, що не найбільша пастка, ну якщо не за війну, то на тривалий час протистояння і боротьби наших оборонців, що це є реальна пастка для росіян. Вони не знають, що там робити. По-перше, їм не вистачає радіоелектронної боротьби для того, аби протидіяти нашим дронам. Ну і відповідно, вони постійно ліквідують свою піхоту, яку кидають на цьому напрямку. Большое плечо, 700 кілометрів з того ж Ростова, якщо вести до Кринок военную амуницию и все снаряжение. И вот это большое плечо не дает возможности россиянам успешно работать против нашего плацдарма, который очень грамотно и правильно подготовлен. И само расположение населенного пункта, там ширина Днепра, подход с правого берега, прикрытие зенитно-ракетным комплексом и прикрытие артиллерии нашего плацдарма на левом берегу, не дают возможности, ну, практически никакой возможности россиянам развернуться и выполнять определенные боевые задачи. Там создан такой полигон для уничтожения российских войск. Они туда, как муравьи на сахар, лезут, ну, попадают под наш огонь. Тяжело нашим ребятам на левом берегу, очень тяжело. Там есть определенный режим ротации запущен, то есть удерживается плацдарм в этом режиме. Я думаю, он уже будет потом использоваться после появления достаточных сил, средств у нашей армии. Он уже будет использоваться для оперативного разворачивания и подготовки к форсированию Днепра. Но пока используется в режиме уничтожения российских войск. Пане Романе, і про славнозвісні прогнози наступу на Харків, які розказували особливо російське ПСО, що 15-го, мовляв, січня з Білграда може угрупування військ Білград рушити на Харків. Ми про це з вами вже говорили. Очільник військової адміністрації Харківської Снігубов каже наступне, що іли приземляються в Білгород, але вони не з метою штурму, а з метою розвантаження, як мінімум, ракет С-300, аби просто бити і нищити інфраструктуру Харкова і області. Тому і треба далі працювати по Білгородському аеропорту. І все одно, що всі наші ракети йдуть над Білгородом. Це проблема росіян. Белгородский аэропорт используется в качестве военного объекта, значит, это легальная военная цель, его надо
уничтожить. Единственное, что средства поражения, еще раз повторюсь, нам не хватает, во-первых, наших средств. У нас есть как минимум три серьезных таких ракеты, которые могут доставать до Белгородского аэропорта. Это «Нептун», это ракета С-200, которая может использоваться в баллистическом режиме. Это «Альха». Но у нас недостаточное количество этих ракет. Хотелось бы получить разрешение у наших партнеров использовать «Хаймерсы». 80 километров полета «Хаймерса», ракета М-31, она бы уже давным-давно решила бы вопрос безопасности Харькова, харьковчан. Вот работа по военному объекту в Белгороду «Хаймерсами» отминусовала бы и эти Л-76, и, естественно, С-300, ракеты, которые они привозят и располагают на этом же самом аэродроме рядом пусковые установки. То есть сейчас, так сказать, весь мяч на поле наших союзников, или, как правильно сказать, партнеров, или не союзников, которые передают ракеты, но говорят, ай-яй-яй, в ту сторону стрелять нельзя. А прикрыть харьковчан, это как раз ракетами «Хаймерс», можно было бы очень быстро. Хороший залп, там даже из несколько, 3-4 установки, серьезный залп по аэродрому в Белгороде ракетами М-31 отминусовал бы навсегда эту тему и прикрыл бы Харьков как минимум от С-300. Пане Романе, якщо говорити про цьому ж напрямку, Куп'янськ ми маємо, і от речник наших військ Володимир Фітьо каже наступне, що в районі Куп'янська, хто уважно стежить за нашими зведеннями, є населений пункт Синьківка, селище, де до повномасштабного вторгнення проживало 300 осіб. Що він каже? Що це нова Чорнобаївка для росіян, тому що ту кількість техніки, яку залишили вороги і ліквідували Збройні сили України, просто безпрецедентна. І що каже Фітьо, що командування дивне в Російської Федерації, в їхніх військ, тому що вони не припиняють робити одне і те ж – кидати техніку і її втрачати в районі Синьківки. География місцевості Синьковку робить таким ключом к захвату Куп'янська російськими військами зі сторони Валуїк. И без выдавливания в районе Синьковки наших войск россияне не подойдут к Купинску. Они это прекрасно понимают, а так как механизмов других просто не существует, а существует только задача, они будут долбиться в эти ворота пока до последнего россиянина. Скорее всего, последним будет Медведев или Путин, если выстроиться в очередь до Урала. Все российское войско. То есть ничего с этим сделать нельзя, только уничтожать. Россияне не отступаются от политических задач. Это именно политическая задача — попытаться захватить Купянск, Узловой до так называемых перевыборов Путина и Авдеевку. То есть вот эти две основные задачи, которые они будут выполнять, так как они, еще раз повторюсь, не военные. Военные бы уже давным-давно оккупировали это направление, отошли и перераспределили силы. Задача политическая, а значит, это такой скотомогильник для россиян, который на данный момент используем мы как раз для их уничтожения. Выполняем основную задачу любой армии – уничтожить армию противника. Они там выстраиваются в очередь на мобілізацію, тому я думаю, цей момент будемо використовувати далі. Пане Романе, от якщо говорити по Куп'янсько-Лиманському напрямку, плацдарму, ми з вами вже говорили неодноразово, що місяцями начебто там концентрувала Росія війська з метою активізувати свої атаки. Видання «Більд» і їхній оглядач Рьобки каже наступне, що росіяни зупинили наступ в своїх масштабах на Куп'янськ і частково перейшли в оборону. Наскільки це може справді відповідати дійсності? Ну, я бы не сказал, что они там в оборону перешли. Это называется если считать, что активную оборону, да, так можно считать. Дело в том, что продолжаются атаки из режима такой активной обороны, то есть они пытаются малыми группами, а сейчас ждут просто серьезных морозов для того, чтобы можно было подтянуть тяжелую технику. Она готова от Валуек, язык растянулся в сторону Купянска, мы это видим прекрасно, потому будем ждать ее в том числе. Но там достаточное количество средств поражения, беспилотников наших, хотелось бы больше, понятно, что много оружия не бывает, но тем не менее ждем подход этой техники.
в ближайшее время. Скорее всего, это будет на конец этой декады или в третьей декаді января. І якщо звертатися до слів офіційних наших військових представників, головнокомандувач сухопутних військ Олександр Сирський сказав наступне, що командування російської окупації армії не досягло тих цілей, які вони ставили в останні місяці. І фактично підсумовує Сирський, каже, наступ російської армії зазнає невдач. Можна вже так говорити, що зимня кампанія, російська зимня кампанія, вона вже сорвана самими ж росіянами. Неправильне, неграмотне перерозподілення усилий, погода, на яку ми розраховуємо, розраховували, в принципі, прогнозували цю погоду. Нам, для нас це вже 10-та зима в бойовому стані на цьому направленні. Прекрасно знаємо свою погоду, звісно, і користуємося деякими її по положительным моментам для нас в зимний период. Россияне много чего не знают и, естественно, не могли спрогнозировать и действия в погоду, в погодных условиях, да и свои силы в том числе. И можно сказать, что уже именно как зимняя кампания, она уже сорвана. Тот золотой месяц, который дается любой армии для выполнения наступательных действий, уже прошел. Повторить они его уже не смогут, потому что практически большая часть войск российских уже вступила в боевое соприкосновение, а это значит идет потеря боевой готовности практически всех сил и средств. Осталось, естественно, ввести у них еще, ввести в выполнение, при выполнении боевых действий ввести технику. Опять же, по поводу морозов, будут ждать устойчивой морозной погоды. Это надо где-то около 1,5-2 недели, чтобы простояли морозы в районе 10 градусов, чтобы можно было вывести технику на промерзший где-то до 30 сантиметров грунт. Меньше нет смысла, потому что не пойдет техника. Вот этого ждут и россияне. Ну и мы, естественно, к этому готовимся, встретить технику российскую в том числе. Пане Романе, і що ще сказав Олександр Сирський в коментарі в інтерв'ю виданню Reuters? Він сказав, що попросив Сполучених Штатів Америки авіацію А-10, ми звикли говорити про F-16, А-10, що це за машина, і гелікоптери Apache, Black Hawk, каже, що вони теж би могли допомогти на фронті, а про А-10 взагалі сказав, що вони можуть стати, ну якщо не переломним, то відіграти ключову роль. Ну, это так называемые летающие танки, если можно так говорить. А вертолеты – это душа подбитого танка, это с точки зрения авиации. И так видят и сухопутчики. Дело в том, что все эти авиационные средства поражения, они используются только если есть превосходство в воздухе. А это значит зачистка определенного направления от ПВО противника и от истребителей противника. А если этого не сделать, то и А-10, и Black Hawk, и Apache – это все очень хорошие цели для любого истребителя, для любой ПВО. Потому без завоевания превосходства в воздухе, а это может сделать только F-16, причем даже не сам самолет, а в комплексе связки с наземными средствами поражения противовоздушной обороны. То есть это целая система, которая должна быть задействована после зачистки воздушного пространства и системы ПВО противника. Только после этого можно выводить армейские средства поражения, авиационные вертолеты и штурмовики или фронтовые бомбардировщики. А мы можем и сейчас это делать. У нас есть Су-25, Су-24 и те же Ми-24 вертолеты. Но мы этого не можем делать, так как любой выход этой техники на поле боя, она сразу попадает под удары российских истребителей, российских зенитно-ракетных комплексов, так как нечем завоевать превосходство воздуха. Потому хорошая тема А-10, отличная тема Apache и Black Hawk вертолеты, но только после F-16, после полной зачистки от истребителей противника. Пане Романе, і якщо говорити про винищувачі, от F-16, розвідка Естонії каже наступне, що ці от ракетні атаки, в тому числі така, як була сьогодні вранці, відповідно, можуть бути частішими, тому що росіяни переймаються передачею Україні саме F-16-х. Это я и говорил, что часть, ну, больше, наверное, половины ракет идут на аэродромы, предположительно, которые могут использоваться для F-16. Положительно,
У нас несколько десятков этих аэродромов, вот россияне пытаются их прощупать. Но на аэродромах, еще раз повторюсь, на аэродромах стоят и ЗРК, но и стоит РЭБы. Система радиоэлектронной борьбы, которые, в принципе, могут закрыть аэродром до такой степени, что ни одна ракета точно не попадет. А если ракета не может точно попасть на стоянку, то она будет плюхаться просто рядом в поле и никому не приносить никакого вреда, потому как, так как, ну, во-первых, идущую ракету прекрасно видят авиаторы и аэродромные службы, потому уходят в укрытие. А система РЭП справляется с этой работой, потому нет смысла даже их сбивать, эти ракеты. Но россияне будут постоянно пытаться держать под контролем все аэродромы, достукиваться, то есть до определенных моментов, а мы их будем перехватывать. Это как раз в этом и есть противоборство авиационных средств поражения. То есть если есть возможность увести РЭП, будем уводить РЭП. Если нужно будет перехватить, будем использовать дорогие ракеты, которые, в принципе, у нас уже поштучно считаются, тогда уже придется их использовать. Как это было вот в сегодняшней волне. Пане Романе, спікер військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук сказав наступне, що ми вже перетнули кордон у 500 суден і понад 10 мільйонів тонн вантажів. Це він про Чорне море, про те, що ми вивозимо зерно, і що цікаво і важливо, що ми досягли показників довоєнних. Чи ми можемо, пане Романе, вважати, що це є, ну, не перемога, але точно виграний бій в Чорному морі над окупантами? Ну, я би назвав навіть победою вже, реально. Це, во-первых, не зерно, це всі грузи. Ми почали грузити, ми з вами об этом говорили, що нам от зерно. У нас есть что грузить, начиная от коксовый орех, уголь, металл, руда, изделия, масло. То есть у нас есть много чего грузить и продавать на внешних рынках. И можно считать это реальной победой. Причем победой наших спецслужб. В конце концов обеспечили судоходство, обеспечили наши спецслужбы, Главное управление разведки, Служба безопасности своими бэками и беспилотниками, наши ракетчики вооруженных сил Украины, военно-морской флот Украины, силы спецопераций, наши партизаны того же АТЭШ, которые работают в режиме разведки до разведки. То есть целый комплекс мероприятий по уничтожению и уничтожению Черноморского военного флота, он дал возможность разгрузить, раскрыть наши порты и начать работать уже в таком в морском режиме морского моста. И вот такие цифры, которые уже приближаются к довоенным, говорят о том, что это уже можно считать нашей победой. Но дальше надо дальше действовать, то есть не останавливаться на этом. Нам для того, чтобы полностью обезопасить гражданское судоходство, нам надо уничтожить и затопить весь российский Черноморский флот. Весь. Причем уничтожив все его порты от Новороссийского до Севастополя. И это очень важно. Нельзя оставить для разведения, для расплода ни одного военного корабля и суда, и судна сопровождения российского Черноморского флота. То есть по максималу уничтожать, дальше двигаться для того, чтобы полностью можно было сказать, что Черное море зачищена от вражеского флота и режим безопасного судоходства восстановлен. Ну і, власне, вони от буквально вчора незаконне формування в Абхазії офіційно повідомили, що на постійній основі в них розташується саме Чорноморський флот Російської Федерації. Це, я так розумію, вони видають свій провал за перемогу. Тобто вони помпезно кажуть, що буде в нас Чорноморський флот, нове базування, але це вони фактично тікають з акваторії Чорного Азовського морів. Они пытаются просто прикрыть. Дело в том, что в Ачамчиле, там, где они сейчас готовят стоянку, но это не порт обслуживания, это просто стоянка. Они будут пытаться спрятать там Черноморский флот, может быть, развернуть систему противовоздушной обороны, прикроют боновыми заграждениями, ну, то есть укроются все и вся, потому что попытаются укрыть эти несколько десятков российских кораблей в этом месте, потому что в Новороссийске, во-первых, они все не помещаются,
А во-вторых, любой военные определенные манипуляции с обороной в районе Новороссийска перекрывают нефтяной трафик самой же России. То есть они сами себе могут отрезать продукты по 17 гривен, которые у Резникова. То есть для того, чтобы этого не делать, вот они сейчас пытаются чисто стоянку. Это не будет порт, это не будет какая-то система обслуживания такого серьезного, как портовая черноморская база, допустим, в том же Севастополе или даже в том же Новороссийске. То есть, но стоянка, ну, по стоянке тоже можно работать, по большому счету, по самим кораблям, найти ключики. Я думаю, найдут. У нас генералы креативные, молодые, найдут, придумают, как подойти в том числе и к этой стоянке. Тем более, это же все-таки Кавказ. А на Кавказе очень много наших друзей, российских недоброжелателей, которые помогут отправить к Москве, крейсеру «Москва», остатки Чорноморського флоту. Пане Романе, ми з вами згадували про Придністров'я, незаконне формування, що там не може бути неспокійно, і ситуацію продовжують нагрівати росіяни. Суть в тому, що так зване Міністерство державної безпеки Придністров'я заявило вчора, що начебто в Молдові готують спецназ чисельністю понад 60 осіб, аби знищити критичну інфраструктуру Придністров'я. І в ключі цього ми ж прекрасно знаємо, що офіційна влада Молдови неодноразово казала, що вона не бачить наразі і не хоче вирішувати військовим шляхом відвоювання, повернення Придністров'я до Молдови. Ну, якщо молдавський спецназ буде состояти з воєнослужащих з фамиліями Дмитренко, Коваленко, Бороденко і так далі, тому подобне, то тоді понятно, откуда ноги ростуть, і понятно, чому у росіян починає підгорати в Придністров'ї в тому числі. Неважно, какие фамилии будут у этого спецназа, но это если будет спецназ именно молдавский, то есть принадлежности Молдавской Республики, то они имеют право выполнять любые боевые задачи на своей территории. А Приднестровская территория – это территория Молдовы. Молдавская территория, они могут принять решение на выполнение каких-то закрытых спецопераций для выполнения задач безопасности республики. Мы можем этому помочь разными способами, информационными, разведывательными или прямыми усилиями по уничтожению российских войск, так как российские войска, где бы они ни располагались, это легальная военная цель для украинских вооруженных сил. Потому, я думаю, может быть и есть смысл помочь молдавским друзьям по освобождению их территории от российских формирований. Ну а россияне как к этому будут относиться? Это, в конце концов, их проблема. Медведев опять начнет рассказывать, что они готовы достать из широких штанин чего-то там достать, которое светится в радиодиапазоне. Тим паче, наскільки я пригадую, офіційно Київ вже казав, що ми розглянемо це питання, якщо офіційний Кишинів попросить про допомогу. Правда ж таки було? Да, так і є. Це один із варіантів допомоги. Тобто, це дійсно легальна допомога. Тут все буде соблюдено, согласно всіх міжнародних норм. Пане Романе, і також дипломат Чалий каже наступне, що Путін таки прагне напасти на країну НАТО, щоб показати їхню неспроможність швидкого реагування. І він говорить про країни Балтії, Естонія, і він каже, що начебто в нього джерела ті самі, які розповідали про повномасштабне вторгнення 24 лютого. Ну, поспорил бы я с Чалым, я хорошо к нему отношусь, здесь дело не в Чалом, а с такой концепцией бы поспорил. Почему? Потому что прямая агрессия, вооруженная агрессия на страну НАТО вызовет очень быструю реакцию. Причем без каких-то там согласований. Такие вещи уже, скорее всего, неоднократно были проговорены, и алгоритм действий при нападении на страну НАТО, он уже есть, и он будет включен сразу же без всяких консультаций. А вот в чем бы я согласился, в том, что уже нападение на страны НАТО уже идет. Причем это не начиная, оно началось раньше. Россияне уже напали, если считать гибридные войны, которые, как они вели их по Крыму, по Донбассу еще 10 лет назад.
Вот от начала этих гибридных войн уже произошло и идет усиление. То есть движение российских спецслужб в Европу и европейские страны под видом беженцев, под видом каких-то политических узников, оно происходит и происходило последние 10 лет. Это не то, что началось сейчас. Оно, может быть, в ближайшее время просто усилится, да, это возможно, особенно по странам Балтии и скандинавского, ну, это имеется в виду Финляндии. Потому и странам Балтии, и финнам надо сейчас производить такие же мероприятия, как мы проводим на нашей границе между Украиной и Россией, в той же Брянской, это по российской территории считать, со стороны Брянской, Курской и Белгородской областей. То есть надо отрывать реальные укрепрайоны, минироваться. Вот сейчас, кстати, в несколько стран Балтии будут, наверное, проводить мероприятия вдоль линии границы. Создавать линии обеспечения перед границей, минировать на довольно-таки серьезную глубину. Я бы минировал у них километров на 5 по ширине. То есть линию обеспечения километров 5 должны быть минные поля, карты минных полей. Лет на 100, потому что надо понимать впереди отношений с российской и построссийскими после развала Российской империи республиками, оно, в принципе, не будет таких реальных, надежных, и от них лучше отделиться минными полями, рвами, кайманами, ну, это образно, конечно, или, не дай бог, конечно, стенами Яценюка, то есть надо принимать определенные решения, вот как у нас сейчас Сергей Наев, генерал, примерно, в таком режиме отрывать полномасштабные фортификационные сооружения. Генерал Наев поделится своей такой хорошей профессиональной работой и в том числе со странами Балтии и с Финляндией. То есть нужно перенимать этот опыт. И надо готовиться к этому. Дело в том, что это наши партнеры, это, можно сказать, наши союзники. И мы им, естественно, добра желаем, мы прошли через это все, знаем, как противодействовать. Начинать надо с рва с крокодилами и с минных полей. А вот если бы они у нас были в 2014 году, не было бы никаких проблем. Больше скажу, если бы они у нас были в 2022 году, тоже бы не было проблем. Потому не дожидайтесь, наши друзья, не дожидайтесь определенных проблем, делайте это сразу. Плохо точно не будет. Отделиться от россиян, от России в 5-километровой зоне минных полей, ну, больше плюс, чем мінус. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 13 січня, субота. Обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.